Курбан Кая, жертвенная скала, атусская легенда. По долине отовсюду видна эта скала. Она отвернулась от деревни и склонилась к Старокрымскому лесу. Точно задумалась. А если подойти к ней на восходе солнца, с той стороны, станет видно, как на скалу взбирается огромный человек. Одной рукой ухватился за ее вершину, а другой упирается в расщелину. И весь прижался к серому камню, чтобы не свалиться в пропасть. Говорят, то окаменелый пастух, чубан. Так говорят, а правда ли, нет, кто знает. Когда наступает праздник жертв, Курбан-Байрам, наши старики смотрят на Курбан-Кая и вспоминают о чубане. Чубанов прежде много было. Каждый зажиточный татарин имел свою отару. Только лучше Муслядиновой не было в долине, потому что чубаном у Муслядинова был Усейн. А такого чубана не знали другого. Знал чубан Усейн каждую тропу в горах, каждую прогалинку в лесу, каждый ключ в лощине. И Муслядин был так доволен им, что обещал ему свою дочь. Но Эмне была одна у Муслядина. А когда имеешь одну дочь, чего не сделаешь для нее? В сердце же Эмне жил давно другой, молодой Рифиджан. Арык Рифиджан, как звали его в деревне за тонкий стан. Узнал об этом чубан Усейн, озлобился на Рифиджана, а через неделю так случилось, что упал Рифиджан со скалы и убился на месте. Настал Курбан-Байрам. Принес чубан Усейн хозяину жертвенного барана, и, когда сказали ему, что убился Рифиджан, усмехнулся только. Каждому своя судьба. И когда зарезал Курбана, омыл в его крови руки, усмехнулся еще раз. От отцов дошло, кто сам упадет, тот не плачет. Понравилось мудрое слово Муслядину, и подмигнул он чубану, когда проходила по двору Эмне. Тогда послал чубан старуху, которая жила в доме, поговорить с Эмне. «Хочешь, чтобы ты полез на ту скалу, где убился Рафиджан? Влезешь? Пойдет за тебя», — сказала старуха. Почесал голову Муслядин. «Никто туда не мог влезть, а я влезу». «Хвастаешь». Обиделся чубан Усейн и поклялся. «Если не влезу, пусть сам стану скалой». И видела Эмне, как на закате солнца стал взбираться чубан по скале, как долез почти до самой вершины, и как вдруг оборвался от нее огромный камень и в пыльной туче покатился вниз. «Пошли туда люди». Думали, разбился чабан, но не нашли его. А когда на восходе солнца пришли снова, то увидели чабана, обратившегося в огромный камень. Говорят, когда долез чабан до вершины скалы, то увидел тень Рафиджана и окаменел от страха. И сказали наши татары, что на Курбан-Байрам принес чабан сам себя в жертву Аллаху. И назвали скалу жертвенной скалой Курбан-Кая. Так говорят, а правда или нет, кто знает. Пояснение к атурской легенде Курбан-Кая, жертвенная скала. Курбан-Кая, напоминающая издали сахарную голову, замыкает один из гребней в верхней части Атурской долины. Если подойти к скале по дороге в лес, то можно различить теневые очертания человеческой фигуры, ползущей по скале. Курбан-Байрам. Праздник жертв празднуется в 62-й день после Рамазан-Байрама, как-то было установлено Магометом. Праздник этот установлен в память жертвоприношения Авраама и взамен человеческих жертв. Праздник продолжается 4 дня, причем в первый день каждый зажиточный татарин закалывает курбанного барана. Принося таким образом жертву, жертвователь произносит дува, молитву. Если уже он не знает слов молитвы, то произносит кто-либо другой, держа жертвователя за ухо. Шкура курбана и лучшая часть его жертвуется муле. Часть раздается бедным, остальное съедается в кругу близких лиц. Арык, оса. Легенду рассказывали мне атусские татары в разных вариантах. Я привел один из наиболее интересных.